В рамках операции сотрудники полка ДПС проводят рейды по выявлению водителей, не уплативших в срок штрафы за нарушение правил дорожного движения. В целом же за 11 месяцев этого года инспекторами было выявлено 628 неплательщиков административных штрафов. В отношении них были составлены административные протоколы. По решению суда 50 водителям назначен административный арест на срок до 15 суток. На 330 водителей наложен административный штраф в двукратном размере неуплаченной суммы штрафа. 46 автолюбителей привлечены к обязательным работам на срок до 50 часов. Напомню, на оплату штрафа с момента его наложения дается 70 суток.